вас знаменательный событий получить диплома государственного образца об образовании и квалификации. Желаю, чтобы ваша работа соответствовала вашей квалификации, но главное, чтобы она стала не скучной, чтобы это было для вас интересным занятием. И, конечно же, я желаю, чтобы каждый из вас построил успешную карьеру. И как сказал известный писатель, ваш коллега, словами королевы в известном произведении, чтобы оставаться на одном месте, нужно бежать очень быстро. А чтобы куда-то продвинуться, нужно бежать вдвое быстрее. Поэтому вам придется развиваться и непрерывно совершенствоваться. Но у вас для этого есть самое необходимое – это базовое математическое образование. Все остальное, что связано с прикладным характером, будет настроено над этим базовым образованием. И я, конечно, желаю, чтобы вы были динамичны, строили самые амбициозные планы, верили в себя. И тогда у вас все получится. Добрый путь, дорогие выпускники. Добро пожаловать в семью. Семью выпускников математического факультета. Семья – это навсегда. Поверьте мне, что вы всегда будете ощущать тепло этой студенческой семьи, университетской семьи. Когда потребуется помощь, вы всегда можете обратиться к семье. Мы старались делать главное – научить вас мыслить, научить анализировать, научить выбирать правильный путь. Уверен, что все у вас получится. Задачи ставьте перед собой только самые амбициозные. Все простые, так сказать, решите попутно. Пока вы молоды, у вас есть силы, энергия. Не бойтесь ошибаться, это не страшно. Страшно ничего не сделать. Ну и, естественно, силы вам могут придавать диплом выпускника математического факультета. Диплом выпускника математического факультета весит очень и очень много. Старайтесь оправдать его. Ну, раз вы его сегодня получаете, значит, уверены, оправдаете. Ну и, конечно, встречать с друзьями студенческая дружба – это то, что ничего другое не заменит. Но если есть возможность, конечно, продлите студенческие годы, поступайте в магистратуру, аспирантуру, и, может быть, останетесь в нашей семье, уже в семье преподавателя. Ну и, конечно, всего вам самого доброго. Вы молодцы. Сегодняшний день, он для нас особенный. Вообще особенный, наверное, момент в нашей жизни. Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать окончание важного пути и начало нового этапа нашей жизни. Каждый из нас прошел длинный и непростой путь, полный трудностей, побед, радости и сомнений. И вот мы здесь готовы отправиться в будущее. Прежде всего, я бы хотел выразить благодарность нашим преподавателям и наставникам. Вы делились с нами опытом, бесценными знаниями, которые, я уверен, что пригодятся каждому из нас в той или иной жизненной ситуации. Вы вдохновляли и до сих пор вдохновляете нас на новые открытия, на новое совершенство, да? Поддерживали в трудные моменты и помогали верить в собственные силы. Спасибо вам за ваше терпение, труд и искреннюю заботу.